«Третьего не дано» называется наша передача. И ведь вот вы как бы меня опередили немножко. Действительно, я пригласил сюда человека из Владивостока. Я просто назову его имя и фамилию, и сразу всем станет ясно, о чем речь. Григорий Пасько. Цена вопроса – 12 лет строгого режима. А можно было не говорить то, что говорил? Можно было не писать то, что писал? Так? Можно было, разумеется. А почему тогда писал? Почему говорил? И Сергею можно, разумеется, ничего не говорить. Но тогда надо, на мой взгляд, уйти из журналистики. Мне очень обидно сейчас было слышать, я так понял, молодой человек из факультета журналистики, и если он еще не став журналистом, уже так размышляет, мне просто грустно и обидно, что этот человек будет когда-нибудь журналистом. Если ты журналист, ты обязан это сказать. Даже это, если впереди 12 лет тюрьмы? Это долг. Даже если впереди 12 лет тюрьмы. Григорий, вы понимаете, что вы говорите? Вот сейчас в прямом эфире телевидение, которое видит в том числе и ваши будущие судьи. Я мог не говорить того, но мне законом дано право это говорить.